Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Николай, давно не виделись. Смотрите, короче, что хочу сказать. Весна, май месяц, все классно. Хотел, сделать вам совет. Как можно провести время быстро, тщательно, классно и отдохнуть на шашлыках. Смотрите, у нас есть что? Пиво. Опа. Теперь, это необходимый атрибут. Теперь у нас есть вот такая штучка. Сетка. Помогает очень, кстати. У нас есть также озеро. Согласитесь, классное, да? У нас есть друзья. Вот. Ну и, конечно, угли, которые мы распаливаем для приготовления наших вылышек. Вот такие вот. А теперь смотрите, какая красота получается. Засниму для вас. Опа. Смотрите. Это куриные крылышки, всего лишь навсего. Смотрите, какая красота. Сейчас на солнышко подниму. О. Вот такая вот штучка. Теперь укладываем их. Смотрите. Это как бы мое поздравление вам с майскими праздниками. Совет простой, быстрый. Решетка, крылья, все. Пиво, дзинк есть. И у нас есть также прекрасная закуска. Мангал не нужен, нужна только сетка, угли и какие-то элементарные крылья. Мариновал очень прикольно. Значит, добавил немножко пива, которое пил в то время, и добавил немножечко приправы для шашлыка куриной. И очень все получилось прикольно. Вот так мы висим. Сейчас я вам покажу панораму, и на этом будем заканчиваться. Подписываться на нас обязательно надо. Всех с праздниками, любимые подписчики. До новых встреч. А теперь панорамочка на прощание.